Салюта в Одинцовском округе на День Победы не будет, как и шествие бессмертного полка. Безопасность и спокойствие жителей превыше всего. Но программа праздника насыщенная, обещают организаторы. Гуляния пройдут на площадях, в парках и в домах культуры. А фронтовая бригада театрального центра «Жаворонки» побывает в разных населенных пунктах муниципалитета. Это у нас такая специализированная машина КАМАЗ, на которой установлена сцена. И артисты театрального центра «Жаворонки», они представляют часовую программу, посвященную 9 мая. Отдельное внимание, конечно, уделят ветеранам. В Одинцовском округе их осталось всего 26 человек. С Днем Победы поздравят каждого. А гид-бригады уже приступили к выполнению этой важной задачи. Во двор, либо в квартиру, либо в дом по договоренности с родственниками или ветераном прибывает наша, так сказать, наши актеры, наши артисты. Прибывают на площадку, устанавливают оборудование, размещают декорации. Приветственное слово, адресное поздравление для ветеранов. И, конечно, агитбригада исполнит несколько песен. Кульминация поздравления, акция «Поем всем двором». Опыт прошлых лет показал, горожане с удовольствием становятся ее участниками. Праздничная программа в День Победы в Одинцово начнется с торжественного митинга у Вечного огня. В 15:00 выступает Одинцовский эстрадный оркестр под управлением Андрея Балина. В 16:00 мы ожидаем выступления Дениса Майданова. В 16:20 у нас концертная программа коллективов Одинцовского городского округа. Не менее масштабно отметят День Победы и в других поселениях округа. Например, в Звенигороде участниками концерта станут коллективы из города-побратима Могилева. На сцену культурного центра имени Любови Орловой они выйдут в 13:30. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».